Всем очередной привет, и мы сегодня с вами продолжаем прогуливаться по улицам Лазвиска. Давненько мы уже здесь не гуляли, все больше в район, все, хватит районом, пора Лазвиска показывать. Сейчас мы направляемся к площади, центра, хотел бы сказать, этого кинотеатра «Восход». Сейчас вот в этот праздничный день людей здесь достаточно много, все гуляют, отдыхают, катаются на самокатах. Заработал кинотеатр. Ну, в общем, как бы вот так. Играет музыка, поэтому надо ускорять шаг и бежать отсюда куда подальше. Всегда хочется здесь встретить елку, но времена елки закончились. А вот на термометре показывает, что температура воздуха сейчас плюс 13 градусов. Так что очень даже неплохо. На противоположной стороне цветут цветочки. Кинотеатр пойдете посмотреть? Вот. А я пойду цветочки посмотрю пока. Кинотеатр заработал, уже можно ходить в кино. Ну, вот этот торжественный день меня в России показывают побольше цветов. Что я и постараюсь сейчас сделать. Вот вам, пожалуйста. Если не ошибаюсь, это глаза Анюты. Глаза у Анюты бывают разные. От ярко-синего до фиолетового. Темно-фиолетовый, есть светло-фиолетовый и даже вот оранжевый. Всех еще раз 8 марта. Дам, всех дам. Девчонок, девушек, женщин, всех. Мы пока прогуляемся здесь, пока мои там смотрят, что показывают у нас на голубых экранах страны. Какой-то шиповник, розы. К великому сожалению, по-прежнему в плачевном состоянии находятся рыбки. Раньше была разбита одна рыбка, теперь вот и вторая. Ну, любят люди у нас рыбок почему-то. Но мы сейчас с вами отправимся дальше путешествовать, и не мы одни. И еще раз площадь кинотеатра «Восход». Сейчас дожду своих и продолжим прогулочку по улице Победы. Итак, мы продолжаем с вами путешествовать по улице Победы. Я включил камеру здесь уже в районе кафешки «Ботаник». Вот он на противоположной стороне. Кстати, непосредственно сам «Ботаник» до сих пор не снял новогодний бомбончик, или как его там называют, шапочку эту новогоднюю. Так он мне и стоит. До сих пор. Прогуляемся по этой зеленой улочке. Самую малость. Людей здесь, конечно, в настоящий момент гораздо меньше. Все на море. Все пошли на море прогуляться. Подышать морским воздухом. Людей посмотреть. Ну и себя показать. Опять цветочки. Опять глазки. Но здесь они как-то чуть-чуть поскуднее немножечко. Боже, какие музыкальные у нас люди иногда ездят, это просто ужас. Вот эта полянка, которая всегда в вечернее время радует глаз наших гостей, да и местных жителей. Ну, сейчас она не очень, днем она как-то не очень, а вот когда подсветка включается, и летом, когда все зеленое, еще и подсветка, тогда вообще здорово.
как-то очень достаточно шумно на улице Победы, если честно. Мы сейчас идем с вами, здесь машина туда-сюда, туда-сюда. Ну ничего. Сейчас, когда все успокоилось, можно и поговорить. Обратите внимание, лавочки, урны. Я постоянно на них обращаю внимание. Урны стоят буквально метров через 15 друг от друга. Не перестаю радоваться этому факту, о том, что у нас на улицах появились урны. И, соответственно, улицы будут чище. Просто улица Победы. Просто девушки идут с цветами. Блогеры идут с камерами. Ну и чирикают всякие воробьи. Там на горе, на церковной горке. Вот туда. Если подняться по нескольким десяткам ступеней, то будете на улице Партизанской. Тюльпанчики еще вот в данном месте не очень. Вот свинья, вот девушка, видите, сколько мимоза. Тут дальше, буквально метров 70 вперед, слева, стоит дуб. Большой-большой такой старый-старый дуб. Шикарный там, а. И вот под ним всегда сидят бабульки, которые подают цветочки. Они и зимой, и летом. Всегда. Но сегодня такой день, что все бабульки здесь, а все мужчины тоже здесь. В этот торжественный день. Вся мимоза, что есть в Лазовской округе, сейчас здесь. Веточки все пообрезали. И несмотря на то, что она, в принципе, практически вся уже, наверное, все-таки отцвела. В большинстве своем, на всяком случае, в Лазовской, то, что я видел. Здесь ее более чем достаточно. Смотрите, вон лежат собаки, а вот и всякие цветочки. Ну, я уже не буду ходить по рядам. Ох ты, да, красота. Много-много всяких цветочков. Вот. Ну, мы пойдем дальше. Сейчас, пока меня пропускает такая дорогущая, хорошая машинка, надо пробежать. А здесь народа, как видите, гораздо-гораздо больше. Там тоже цветочный магазинчик. Здесь девушки ходят с мимозами. Мы приближаемся к площади ЦНК. Солнечно и хорошо. Включусь позже. Итак, друзья, мы у площади ЦНК, и вот буквально утром я был здесь на этом месте, показывал вам магнолии. Мне такое впечатление, что они немножечко поактивнее, что ли, порозовели. Смотрите, либо свет, другое освещение. Играет музыка. И вот такие вот магнолии у нас. Рановато, чуть-чуть рановато. Ничего, скоро вас порадует. На площади ЦНК очень много людей, играет музыка, там целый оркестр сидит, оказывается, просто живая музыка, не просто так. Светит солнышко. Ютуб, я надеюсь, ты не забанишь меня. Вот такой вот праздничный день в Лазовском, товарищи. Смотрите, сколько солнца. Даже немножечко дразнешься. Ну, для тех, кто, у кого там сейчас холодно. И снега. Лавочки практически все заняты. Но место еще можно найти. Место еще есть. Национальный культур. Пожалуйста.
сейчас, наверное, что-то скажет девушка. Спасибо за внимание. Пусть в вашей душе всегда звучит музыка. А мы рады встречаться с вами. Надеюсь, что это будет возможно. И никакие карантины нам никогда больше не помешают. В общем, еще раз с праздником. Все, мы как раз пришли под завершение. Судя по всему, музыкантам нужно немножечко отдохнуть. Они играют сегодня все утро. Живая музыка, очень даже приятно. Все для вас, дамы, все для вас в этот солнечный мантовский денек. Люди сидят, отдыхают. Небо голубое-голубое, летают птички и чирикают. Голуби облепили голуби мира. Ну а сейчас уже включили фонограммку. Я так думаю, музыканты еще вернутся, ребят. Вот такая вот обстановочка в Лазаревском сейчас. Всем привет из нашего поселка. Всех дам еще раз с праздничком. Побежал выкладывать ролики. Сегодня вот 8 мартовских достаточно много уже получилось. И по набережной прогулялись. И по социалистической немножечко, и по победе. Всем пока. До новых встреч.